Пьетрини и Мартинез. Пьетрини это было мое желание, чтобы она играла в Казани, потому что она, это мое мнение, конечно, один из самых талантированных игроков мира. А Мартинез, она один из лучших атакующих мира. И игрок, который может на каждую игру добавить минимум 20 очков. Что касается Полины Матвеевой, действительно, это очень такая сложная травма получилась. Еще чемпионат не начался, но что поделать, это такой вид спорта. Травма очень сложная, потому что разрыв крестообразных передних связок, и поэтому ее вот 5 сентября прооперировали. И, ну, я думаю, что, ну, минимум это полгода, потому что не будем торопить события, как она восстановится. Она у нас в команде, значит, мы ее лечим, процедуры делаем всякие, чтобы как бы ее поддержать. Если хочешь выигрывать чемпионат России, должен играть своим элементом очень хорошо. Это очень-очень важно, чтобы играли каждую игру и каждый турнир лучше и лучше. Я работал, не знаю, в Италии, Турции, но так организованный клуб, как Казань, я еще не увидел и не работал в этом. То это правда. Сравнить Фенербахче и Казань, если говорить о организации, это невозможно. Здесь намного-много лучше.